Строители сначала проверили грунт, подготовили место под первую опору и потратили день на ее установку. Процесс этот непростой, но результат того стоит. Сваи обеспечат будущей конструкции надежность и долговечность. Выбуривается колонна, да, по сути, в грунте. А потом в нее мы погружаем, выбуренную вот эту скважину, мы погружаем металлокаркас, к которому мы заранее готовились. В течение всего лета у нас они изготавливались. Потом заливается бетоном. Вот вчера мы одну уже сваю залили. Угу. Вот. Соответственно, он потом выстаивается. После того, как зальют все сваи, на них монтируют металлические опоры. Наглядно этот процесс включает в себя несколько этапов. Бурение, выемка грунта, бетонирование и, наконец, армирование. Погружается металлокаркас, который мы изготавливали сами, и заливается товарным бетоном с одного из бетонно-растворных узлов города Барнаула. Закончить установку свай планируют месяца через два, а после строители приступят к монтажу пролетных строений. Анастасия Драган, Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.